Ну что, друзьям, прошли, да? Это все, как говорится, в будущем будет. Когда-нибудь. Потому что они не стали дальше развивать. Ну что, от меня оценочки. Надо оценочки сейчас поставить, да, нам? Сейчас давай. Сейчас не время. Ну, не знаю. Я 8 баллов ставлю. Меня утомило или чуть-чуть загадки, скажу честно. Очень сложно привыкнуть к новой механике 3D. Урезанной механике ставлю 9. Ну, это единственный минус, который я нашел. Ну просто еще что расстроило, урезали наши возможности. Раньше благодаря прокачке можно было больше всего делать в игре. Надо это тоже признать. Ну хорошо, 8-9 часть, сколько от тебя? 7. 7, ну 8 баллов в игре получается. Средняя оценка от нас 8 баллов. Хорошая игра. Ну, как говорится, есть свои тонкости. От Мэтью 6,7. От зрителей 7,5. А, 6,5. Кроме Мэтью никого нет, да, я так понимаю? Да, друзья. От Мэтью 6-7 баллов. Вот, 6,5 баллов. От нас 8. Не хватает тех возможностей, которые были во второй части, в первой части, вот когда прокачка, больше можно создавать. Плюс нужно привыкнуть к изометрии вот этой 3D. Плюс чуть-чуть скучновато становилось, хотелось бы больше экшена как-то. Ну, или разнообразие, еще локации надо было да. сделать. Да, разнообразие локаций. То есть, потому что я первый раз в Train 3 стал зевать. Это плохой показатель, если ты зеваешь, играя в игру. Я зевал, потому что я не выспанный. А еще зачем делать такие маленькие платформы? Бьешься с боссом. Во-первых, от него надо как-то уворачиваться от его дыхания и от этих цветочек. Да, успокойся, вот это же все-таки проходимо, мы же прошли. Это проходимо, но это... Ну, это на самом... Это хардкор. Да. Ну, 8 баллов игра заслужила, друзья. Мы ее прошли. Чай будем добивать? Ну, как вы? Или как, Андрюха, будем добивать? Как хотите. Мы все равно главное сюжетку жить прошли. Ну да, можем не добивать. Никто не хочет 2 ачивки получить. А там должно быть 2 ачивки? Да, там же каждый раз удается за любое прохождение любой миссии, там удается ачивка. Ребята, благодарность разработчикам. Делайте продолжение, будем ждать. Спасибо за игру.